Всем привет-привет! С вами Лилия Донскова. И я давным-давно хотела записать вот это видео, как я удаляю макияж, то есть показать разницу. Я буду использовать сегодня два средства. Сейчас решу, какие. Одно это точно будет мое любимое. Это средство для снятия водостойкой косметики серии The One. А второе, у меня есть вариант, либо мицеллярная вода, даже 4 варианта, либо средство The One. А мы, кстати, их будем по очереди пробовать. И есть еще вот такая вот крутая салфетка, которую все так хвалят. Вот, я ее тоже вам давно хочу показать. Так, запасаемся ватными дисками, немножко возьму, и возьму свой любимый гель, чтобы потом сразу умыться. Ну что, вы готовы к экспериментам? Так, как я умываюсь, показываю. Сначала я водой немножко смываю ресницы. Это гораздо проще, чем брать сразу средством удалять. То есть я водичкой немножко смою основную массу ресничек. Ну, кстати, тушь вот эта последняя 5 в одном XXS или XXL. XXL, да. Она просто офигенно смывается, вообще не остается на коже. Мне она этим очень нравится. Итак, давайте делать это аккуратненько. То есть я беру вот так вот и вот так реснички размягчаю. Вот, чтобы вам видно было. То есть я их водичкой тепленькой смачиваю. Они размягчаются. А зачем в кожу вокруг глаз втирать это все лишнее? Так. Вот так, так. Ну, то есть вот я сняла основную массу вот этих вот ресничек. Сейчас полотенце сразу возьму, чтобы было под рукой. Так, и теперь я беру ватный диск и наношу, давайте сначала пробовать мицеллярную воду, давайте. Я беру, наношу мицеллярную воду прямо вот на ватный диск, много, если вам видно, и держу на глазу, просто держу. Кстати, мицеллярную воду обязательно надо смывать, когда вы протираете все лицо, вот. Вот смотрите, вот я подержала, она должна все растворить. Так, вот такой грязнющий ватный диск, но косметика еще на месте. Вот так вот. Просто чтобы кожа не растягивать, я люблю подержать и удалять. Ну, короче, ничего не удалилось до конца, то есть стрелка осталась, тени, я даже вижу визуально, что тень у меня на лице, хотя, конечно, ватный диск очень грязный. Давайте пробовать следующее средство, это вот это вот розовенькое средство для снятия макияжа. Ну, вот, кстати, оно мне тоже не нравится, тоже наношу обильненько на ватный диск. У меня она до конца не удаляет макияж, потому что я им раньше пыталась пользоваться, но все это было бесполезно. Я перешла вот на медузку для водостойкой косметики. Так, держим. Смотрим результат. А, глаз щипит немножко. То есть, вот, еще досняло. То есть мицеллярка уже как бы остановилась, не снимала. Это еще снимает. Ну, наверное, салфетку мы с вами в следующий раз посмотрим. Потому что это будет уже нечестная игра, то что ей тут осталось стереть. То есть практически все стерлось. Мне очень хочется промыть глаз. Ой, мне щипит. Мне это некомфортно. Ой. Так, сейчас полотенцем промокну. Вот, но все равно я вижу, что макияж у меня остался. То есть я люблю, когда кожа абсолютно чистая, чтобы вот вообще просто было идеально. Берем ватный диск и наносим мою любимую медузку. Ее надо обязательно сначала взбить. Она такая, знаете, жирненькая, с маслами. Такая прям лау-лау. Вот я ее нанесла. Ее видно, кстати, она голубенькая, ее видно. И я ее
кладу на это же место, где сейчас работали два средства. Два средства. И просто держу. Вот самое важное в удалении макияжа, не надо тянуть кожу. Просто если вы будете ватными дисками растягивать, представьте, каждый день, если снимать макияж вот таким вот зверским способом, то что будет с кожей? Так, и притираю внизу. Аккуратненько, то есть одно движение так к носу, вот и все. Вот теперь я вижу, что у меня кожа чистая, ну совсем чуть-чуть там было, но все-таки смотрите, ну и диск практически чистый. Я сюда просто на чистую сторону налью сейчас средство, так вот как обычно делаем, и делаем второй глаз. Просто держим. Я иногда считаю, например, если, чтобы не тереть лишний раз, просто считаю до 20. Раз, два, три, четыре. Можно не считать, просто подержать, побалдеть, да, такой релакс. Глазки закрываю, балдею. И вот сейчас вот просто делаю движение вниз, аккуратненько, и сюда, к носу. Просто аккуратненько, смотрите, какой ватный диск грязный. У меня сегодня было накрашено обильно тени, обильно стрелочка и ресницы. Теней я всегда много накладываю, поэтому так. Беру чистый ватный диск, еще один, и уже начисто просто все протираю тоже этим же средством. Аккуратненько. Раз. И два. Как вы видите, средство справилось сразу. Все удалилось. Аккуратненько в ресничках убираю, чтобы кожа была чистенькая. И вот что мне нравится, то что сразу кожа уже увлажненная. Конечно, я смываю все водой. Сейчас я закончу видео, я все смою водой. После этого я умоюсь пеночкой Novage, новая, гель с тоником, гель-тоник. Очень крутой гель, мне он просто немыслимо понравился. Не знаю даже, чем сравнить, я никогда таким средством не пользовалась, оно просто фантастическое. Вот, так что у нас битва состоялась. Два средства не справились с макияжем так, как справляется одно на мое волшебное. Для снятия водостойкой косметики я вам его рекомендую. Попробуйте, надеюсь, вам оно тоже понравится, так как и мне. Я не говорю, что это панацея, да, все берем только его, потому что многим реально нравится вот это средство. Меня его часто заказывают, и клиенты остаются довольны, дочка у меня уже... Ну вот как начала краситься, она пользуется этим средством, а мое ей не нравится. Она говорит, что для нее оно какое-то жирное, оставляет вот эти вот следы, а это шикарно удаляет макияж. Ну, как говорится, каждому свое. Я рекомендую то, что нравится лично мне, то, что мной проверено на собственном опыте, поэтому с удовольствием этим делюсь. Если видео понравилось, ставим лайк. Такая я как шахтер с фонариком. Если есть вопросы, пишите в комментариях и подписывайтесь на наш канал. С вами была Лилия Донского. Пока-пока. GoPro. Стоп. Видео.